Родители двух подростков будут отвечать за прогулки своих детей по карнизу высотного дома на улице Абсалямова. Опасные развлечения сняли очевидцы и разместили видео в социальных сетях. Личности подростков установили. После проверки прокуратуры в отношении их родителей возбудили дела за неисполнение обязанностей по воспитанию. Они будут рассматриваться на комиссии по делам несовершеннолетних.